Привет! Вот я закончила снимать мастер-класс по георгину. Хочу показать, какой именно георгин мы будем делать в данном мастер-классе. Вот такой у нас получился. Вот его серединочка зеленая. Как я говорила, что я хотела больше сделать зелени в своем георгине. Диаметр цветка получился где-то 65 сантиметров. Посчитала я расход изолона, вы меня просили. Около 4 квадратных метров пошло изолона. Я использую изолон, вы знаете, 2 миллиметра. Большой, пышный. Еще раз покажу его серединочку. Вот подальше его покручу. Все, где-то дня через два мастер-класс будет готов. Пока-пока!